просили назад. Не люблю назад, у меня укачивает. Но попросили, сказали, валивать. Спереди дошек, татушек, дошек. И Сашка Чебурашка. И тушек, татушек. И я. Я вся здесь, сзади. Да, едем мы в этот, в бургер-то. Вчера ж мы не доехали, очень сильно устали. Очень сильно. Ну, а сегодня прям, типа, обещала, типа, надо. Так что бургер. Единственное, Малявкин, Даськин остался дома. Говорит, можно я дома? Я очень хочу бургер, очень, и наггетсы. Но я хочу остаться дома. Ну, так. Думаю, ну что делать, пускай остается. Сейчас мы возьмем ему бургер наггетс и привезем. Так что не получится посидеть там и им покушать. Придется взять с собой. Ну ладно, холодно. Чебурашка колеса поменял. А завтра, говорит, потепление. Не знаю, не знаю. Такое. В общем, едем в бургер. Ну и там пройдемся по центру немножко. Будни, надеюсь, народу будет немного. Они шипают. Может, там сейчас Даська хочет в этом году отметить Хэллоуин. Очень хочет. И я, конечно, делаю там какие-то поделки. Еще с прошлого года я заказывала там соли всякие штучки. Я потом покажу, что уголок свой делает под Хэллоуин. Может быть, сейчас что-то будет тоже для декора что-нибудь. Сетка еще. Ладно, такое. Там же сетка, проволока. Напишите в комментариях, вы отмечаете Хэллоуин? Как вам этот праздник? Или все-таки никак вы его не воспринимаете? Есть люди, которые не отмечают, не понимают, не воспринимают. Не хватает закачания. Тебе дополнительно надо докидывать. We'll be right back.
Мягкая игрушка, наклейки, постер, игра на PS4, карточки для пропуска официальные, угу. И карточка типа Among Us персонажа. Или нет? Вот это я не пойму, это вроде бы то же самое. А, да, вот эта версия вот эта, правда, это вот мне, помню. Разница в половину цены. А все, что получаем, это одеяло и шапка. Одеяло и шапка, там.
едем? Домой. Дело. Данюшки и Тушки перекусить. Дела, то, что просили. Чебурашка на диете, я сказал, меньше надо. Чебурашка, да? Да. Все равно будет поделать. В общем, домой. Сейчас домой приедем, покажу, что купила. А так прошлись, ничего так особенного. Только Хэллоуин-то я хотела, ничего нет вообще. Не это. Абсолютно. Знаете, как это Геомарт, вот эти вот магазины. Все к Новому году. К Новому году все есть. Хэллоуину ничего нет. Так что не судьба. Но будем сами делать, значит. Что делать? Будем сами делать. Как-то так. В общем, все. Полтора часа прошли. Так. Сейчас домой. Кормить буду.